будет даваться старт 8-му квалификационному заезду. Старт дан. Лекция старта Павел Скрипая. Здесь же бровка и бастарт. На первую позицию определился Спитфайр. В спине у него бастард. К отметке первой четверти впереди Спитфайр. 39,7 секунды. Сбой бастард. Сбой допустил бастард. По дальней правой прямой вверх ведет Спитфайр. Тренер-наездник третьей категории Павел Шевалдин. К отметке второй четверти впереди Спитфайр. Тридцать девять и восемь секунды. Вторая четверть дистанции. Бастард практически вплотную подъехал к Спитфайру. Лошади проходят поворот. К отметке третьей четверти по-прежнему впереди Спитфайр. 40 секунд. 40 секунд ровно третьей четверти дистанции. За ним бастард. Сбой допустил бастард. К финишу подходит Спитфайр. Внимание, финиш.